Привет! Канал «Это просто» снова с вами. Блины на молоке самые вкусные, и сегодня мы их приготовим. Нам понадобится молоко, мука, яйцо, разрыхлитель, соль, сахар, растительное масло. Для декора я использовала банан, клубнику, шоколад и сгущенное молоко. Выливаем 1 литр молока в миску. Миску берем побольше, у нас теста будет много. Щепотку соли добавляем. Высыпаем 80 грамм сахара, перемешиваем. Добавляем 3 яйца. Перемешиваем. Отставляем в сторону и берем муку. В нее высыпаем разрыхлитель 2 чайные ложки. Соединяем. И теперь нашу сухую смесь постепенно высыпаем в молоко с яйцами. Мешаем, чтобы у нас не образовывались комочки. Тесто должно получиться как жидкая сметана. Если вы хотите блины очень тоненькими, то имеет смысл увеличить количество яиц до 5 штук. Имеется в виду на 1 литр. Вот такое тесто у нас получилось. Обязательно в конце добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Блины я жарю на электроблиннице, можно жарить и на сковородке. Перед жаркой первого блина я промазываю форму кокосовым маслом. Оно не горит и не имеет запаха. Вливаем тесто и разравниваем по всему диаметру блинницы. Обжариваем с каждой стороны где-то по минуте. Как только я снимаю блин, я его промазываю сливочным маслом. Ну, это по желанию. Также можно блины пожарить и с банановой начинкой. Выливаем тесто в форму, жарим с одной стороны, переворачиваем, кладем начинку из банана, нарезанного кубиками, поливаем сгущенным молоком и шоколадом. Заворачиваем блин в конверт. Под блин кладем немного кокосового масла. Блин нужно обжарить, чтобы он был сочным с двух сторон. Переворачиваем его. Буквально по несколько секунд прожариваем с двух сторон и снимаем. Можно его кушать. Обычные блины без начинки я украшаю клубникой и свежей мятой. Вот такие красивые блинчики у нас получились. Они придутся по вкусу как взрослым, так и детям. Готовить все нужно с хорошим настроением и позитивом, в том числе и наши блины. Готовьте с радостью. Готовьте с любовью. Это просто. Если вам понравились мои блинчики, поставьте пальчик вверх и напишите в комментариях свой рецепт блинов. С любовью, ваш канал «Это просто».